поехал. Мозг. На север едете? Нет. Раз в куртке. Я еще красный. Что? До Москвы. До Москвы. А до Сибири едешь? Да, у меня чемодан. Сейчас посмотрим. А у тебя 16. 16, по-моему. У меня 15 и 4. Ну, вас двое. Мама, почему Москва не поделает? Аэропорт. Вот, все. Больше мне нечего увидеть. А так уже? Подожди, сейчас. А. Смотри, не нужно перезвонить. А разве не снимать можно? Можно, что ли? Привет. Положи Суета. Я хочу в самолет уже сесть. Да, чтобы вот с этим чем не таскаться, да? Самое время для отпуска. Пока-пока. Хотела на улицу, говорю. Вошла и сразу села. Не насидишься? Тут каждый летит в отпуск. Ну, все равно мы тут едем. Ну-ка, автобус, быстрее. Едь. Зараза. Мама, там всем место уступает. Но никто не садится. Всем место уступаешь, но никто не хочет сидеть. Ну тут вот надо стоять, смотреть. И тут вот выход сразу. Все равно сейчас без пункта. Не, второй автобус не без пункта. Я не знала, что в самолет садится так легко. Видишь, она считает там человек сколько? Раз. Я не знала, что в самолет садится так легко. Легко? Ты что, деревня? Может, легко? Легко. Раньше просто было сложнее. Сейчас все поменялось. Карамышли. С ковидом. Все поменялось. Ковид, дайте. Смотреть. В Москве до Симферополя, когда будете, там посложнее, наверное. У нас в этот... Это красный зал пойдет. С краю вас посадят. Ну, то есть я живу, к вам посадят, наверное. А может и нет. Да, не, может быть такое, что пустую. Отсюда? Ну да,
надо. До Москвы и обратно. Нет, мы все в Москву летим, а в Москве уже каждый на свой садится. Ну так невыгодно лететь сначала до Москвы, а оттуда до Геленджика. Из Москвы до Геленджика. У кого дети? Кто забыл детскую обувь на входе? Забыла? Босиком? Да, это там семья многодетная, двое. По-моему, они уже туда. Они на самолете. В самолете они уже. Фотосъемка запрещена, камера уже. Убирайте. Сань, ты положила, чтоб не он? Сейчас. Мы сейчас с самолетом. Еще полчаса залазить тогда будем. Ну, мы как с ребенком, самый первый должен. Вот именно. Это я ребенок. Я не ребенок. Вставай. Нельзя, видишь. Ну идем. Мы сейчас едем. Мы должны. На фоне самолета. А фотки можно снимать? Это же видео. Сумки. А, блин, надо, наверное, всех пропустить сначала. Ладно, потом уберу. У меня там наушники. Саша, все зайдут. Кстати, обычно впереди детей садят. Так что у нас, возможно, младенцы всякие. Нет, вот тут-то уже нет. А, нет, точно, там же бизнес-класс. Но мы люди не гордые. Где бизнес? В эконом. Вон, за шторкой вот эти три ряда. Я там не там. В смысле? В прямом смысле, в бизнес-классе. И что там делать? Почему не делать? Просто же летишь, просто много мест есть. Ну и там всякие напитки на халяву. Еда лучше. А почему? Одеяла всякие, тапочки. Почему? А почему я так не делаю? Ну, блин, там просто дороже билет стоит. Билет стоит 100 тысяч один. Не, ну не так. Дайте рюкзак. Еще не взлетаем. Сейчас, подожди, люди, смотри. Люди сядут? Сядут.
просто шевелится. Уважаемые пассажиры, пожалуйста, не задерживайтесь в проходе самолета. Да. Время удобнее расположиться, у вас уточку. Будет позже. Благодарю за внимание. Мама, бери телефон. Я расходу. Мама, бери телефон. Ага, бери телефон. Сейчас будут дети. Куда выкладывать будешь? Сторис и все? Инстаграм, наверное. Я же тоже хотел скачать Инстаграм. Ну что, спею? А, блин, у меня же нет. Сейчас темно. Нет, так-то темно. The escape pod platinum of the aisles directed to emergency. В случае разгерметизации пассажирского салона кислородные маски выпадут автоматически. В этом случае резко потяните маску вниз и плотно прижмите ее к носу и рту. Дышите нормально. Родители с детьми должны сначала сами надеть маску, а затем помочь ребенку. Increase the cost of cabin pressure, the mask will drop automatically. When you see the mask, pull it down, press it over your nose and mouth and breathe normally. Parents should adjust their own mask first, then proceed to their children. Ваши ремни безопасности давай, должны быть застегнуты после включения табло «Застегните ремни». Чтобы застегнуть ремень, ставьте металлический наконечник в пряжку, туго затяните ремень. Чтобы расстегнуть ремень, поднимите крышку замка. Your seatbelts must be fastened as soon as the fasten signal signs on. So fasten your seatbelt, insert the metal tip into the buckle, tighten the straps during the... Чего ты снимаешь? Потом выложить в статус. А? Потом выложить в статус и куда? Будешь хвастаться? Нет, я не хвастаюсь. Ты что не снимаешь? Все снимают. Не наслаждайся, пожалуйста. Сейчас будут ремни проверять. И телефон твой проверят.
уже облака сейчас. Либо пожелания по созданию комфортной температуры, либо какие-то другие вопросы.
Еще раз вам желаю приятного аппетита. Спасибо за внимание. Там еще и такое здание, как у него.
6 часов полета прошли. Солнышко радует нас. Почему-то по прогнозу было... Сколько было? А, там вообще грозы, дожди какие-то по прогнозу были. Приехали, солнце. А на небе... А Москва нас встретила. Сейчас меня мои родные проводят до экспресса. Мы запомним, куда. До экспресса. Я вот от этой младшей сестры поеду к старшей. Она меня уже там ждет. То есть будет ждать. Я так надеюсь. Ты сегодня к ней поедешь? Нет, завтра. Ночевать будет здесь? Здесь. Это домодедово. Такое вот. Скоро мама приедет с Симферополя черным. Нигершей. Как и Соня. Ну все, зарядка заканчивается. С армии приезжал, меня тут сестра встречала. Блин, это такие хорошие воспоминания. Привет! Встретила, чтобы тащить рюкзак. Там куда? Сюда. Вот такая красота. Помогает. Да, молодец. А я на колесиках таскаю. Вот так. Он тот был, да? Мне чемодан жалко, который ты будешь нести. Ну что ж, вот такой вот ролик. Возможно, он вам даже и понравился. Впереди будут еще много роликов, так что подписывайтесь. И всем пока!